Сельскохозяйственная ярмарка – отличная возможность приобрести качественную продукцию по приемлемой цене. В минувшие выходные жители областного центра пополнили свои запасы от местных товаропроизводителей. На этот раз продукты для горожан выставили представители Кызылжарского и Акаинского районов. Цены приемлемые, ассортимент тоже хороший. Каждую субботу хожу. Гуся продают за 2500 тенге за килограмм. Вот такой гусь вытягивает на 10-11 тысяч. Мясо свежее, хорошее. Специально ждала сегодняшнюю ярмарку, чтобы купить мясо и масло, потому что здесь дешевле. На часах 8 утра, а на коммунальном рынке уже выстроились очереди. В субботу здесь прошла сельскохозяйственная ярмарка. На этот раз свою продукцию выставили товаропроизводители из Кызылжарского и Акаинского районов. Прекрасные цены, и выбор хороший, и качество хорошее. Я уже второй раз. Вот мясо покупаем, и рыба дешевле. Я этот мякоть купила по 2300. Это на 500 тенге дешевле, чем средняя рыночная цена в Петропавловске. Выгодно можно было купить на ярмарке также говядину, баранину и конину. Килограмм мяса стоил на 20% меньше средней рыночной цены. Большой спрос был на уток и гусей. Без них за новогодним столом не обойтись, говорят покупатели. Цены хорошие. Вся продукция дешевле, чем в магазинах или на рынках в обычные дни. Я каждую субботу здесь. Покупаю в основном молочную продукцию. До этого брала масло на ярмарке. Очень вкусное было. Сегодня пришла купить еще побольше. И творог взяла заодно. Вкусный, рассыпчатый. Не проходили и мимо меда. Здесь и донниковые для сердца и сосудов полезные, и разнотравия для пищеварения. Всего за 2000 тенге. Эти два вида разлетелись сразу, потому что натуральное, а главное полезное. Любой мед идет как противовоспалительный. Гречишный мед, он кровотворный мед. Если кто вот щитовидная железа, анемия, гемоглобин, онкобольные, вот он, пожалуйста, гречишный медок. Пыльцу продаем, прополис, все это наше, воск. С воска тоже все делают, и мази, чудо-мази все делают. Куриное мясо тоже пользовалось популярностью. Местную продукцию под маркой «Жана Кус» выпускают на птицефабрике в селе Новокаменке. Продавали бройлеров по 1360 тенге за килограмм. В спросе были также яйца, сметана, молоко и творог. Предоставлены 20 видов продукции в ассортименте. Цены они ниже рыночных на 15-20%. В текущем году было проведено 87 ярмарок в нашем городе, где было реализовано продукция на 180 миллионов тенге. Данная ярмарка у нас еженедельно проводится на трех рынках нашего города. Это рынки Дария, Алтын-Арман, коммунальный Кызылжар. В субботу свою продукцию там представили товаропроизводители из 6 районов области. Выставили 5 тонн продуктов.